такой кадр пропустили. Я специально камеру достала, привет, зритель. А он уже отошел. Вообще елку приказано переставить вместо сушилки. Сейчас сушилку уберу, елку поставлю. Так как я уже собирала на камеру, оказывается, эту самую елку, то в этот раз я решила ее не собирать. Но вообще, на самом деле, на камере мало места, на флешке точнее. Тут было только что пара шариков. Я их пытаюсь в Инстаграм запилить. Он куда-то их уже уволок. У меня там ролик еще неделю как не смонтирован, который я обещалась вообще что-то чуть ли не записать и смонтировать и выложить. Я тут еще пишу. Да я другие это шарики, тише. Футбол. У меня вчера закончилась генеральная уборка. Ой. Ладно, я сейчас елку посмотрю. Не все ж в Инстаграм лазят. Тут гринмамовский снеговичок. Если его стянут, то останется одна голова. Большой шарик. И три маленьких. Эту хренотень, по-моему, у меня зеленую и прозрачную серебряную дарила подписчица Лена Минск-Москва в своей большой посылке года два назад. У меня где-то была еще такая вот фиговина с прошлого года, помню. Хотя, может быть, в прошлом году она уже умерла, в смысле, в начале этого. Я хотела еще дождичка, но что-то не сложилось. В бутылке у меня там какая-то трава замучила. Это то, что я вообще всю неделю хотела очень попупырчатать. Но не сидите после душа у открытой форточки, если ветреная погода. Тогда вас опять не продует. Короче, мне ухо отдало моим насморком. И было не очень комфортно ощущать себя, тем более на камеру что-то снимать. У меня тут обезьяны по-новому теперь сидят. Там у меня вообще скайп на ноутбуке. Я не буду его особо так вблизи показывать, потому что там я с человеком общаюсь. Два моих сопливчика. Вон там сумка от камеры. Позавчера, когда я пыль протирала, кот у меня так ее оккупировал и на кровати лежал. Головой на ней спал. Это мешок. Там игрушки всякие, еще, по-моему, какая-то гирлянда. Ладно, если я еще раз не буду камеру собирать далеко, словлю кота, пытающегося елку обиходовать. В ведре у меня вода, и с ведра мы любим пить. И когда ведро убирается, то мы страдаем. Я решила, пусть пока ведро с водой стоит, чтобы мы не страдали. Ну, в смысле, кот. В общем, если я его вдруг опять увижу тут, у елки, то, может, еще засниму. Но если не засниму, то, может... Так залью потом. Счастья нет предела. Куда ты оставляешь опять шариков девал, чучело? Переехала на место сушилки. Мне сказали повесить по стене, но у меня ж тут нет гвоздей. Ибо нет ковра, как в той квартире было. По какой стене тут их вешать?
А еще сказали, что елку как-то странно украсила. Я думала, что может еще что повесить. Ну, может завтра что-нибудь еще довешу. Я не удивлюсь, если я утром проснусь. Или вообще среди ночи проснусь, а проснусь среди ночи от того, что что-то упало, или проснусь утром, а елка лежит. Тишка. Тишка. Ты зачем? Что ты там делаешь? Отвернулся. Зачем меня кусаешь-то, а? Гад ползучий. Ты зачем меня кусаешь? Какой суровый кот. Все шарики куда-то заныкал. Куда делся-то? Куда шарики заныкал? Штук 5, наверное. Походу дела там был шарик. Ладно. Пока, наверное, зритель.